Ну, мы не называем зоною. Мы лично не называем зоной. Ну, что значит зона? Ну, считается зона, это зона, это значит, отмерили, понимаете, где самое опасное место. Радиации. Ну, радиации. 30-километровая зона, это... Обнесли колючей проволокой. Вот это мы живем в зоне. Понимаете? В радиационном месте. Да, ну, видите. А там уже за 30 километров, там что, проволока-то она что, радиацию держит. Так, ну, где-то к краю. Я же вам говорю, да. Я Трофим Александр Григорьевич, милиционер первой роты по охране зоны Чернобыльской атомной электростанции. Работаю в зоне ЧАЭС с февраля месяца 91 года, по настоящее время. В задачу нашу входит осуществление контрольно-пропускного режима в зоне отселения Чернобыльской станции. В это входит тщательный досмотр автотранспорта, недопущение вывоза автомобиля, выноса гражданами запрещенных радиоактивных материальных ценностей. Также входит в обязанность помощь дозиметрическому контролю. Выпускать из зоны радиоактивно зараженный транспорт, а также одежду граждан строго запрещается. Осуществляем также контроль за периметром 30-километровой зоны ЧАЭС. Это у нас входит пешие патрули, автотранспортом объезжаем. Ну, зона. Раньше были здесь красивые грибные места были. Ягоды, грибы, леса, реки. Ну, все было здесь. Авария случилась. Людей в срочном порядке эвакуировали. Все загрязненное оставалось здесь. В 30-километровой зоне повышена радиация допустимого уровня. В некоторых местах чуть менее, в некоторых больше. Но все равно зона загрязнена. Люди работают вахтовым методом, потому что постоянно здесь запрещено работать для здоровья. Не разрешается. По 15 дней здесь работают, 15 дней с 15 отдыхают. А так работаем. Что зона для вас значит? Ну, зона что значит? Что для всех людей, для всего мира зона. Зона отчуждения. Это мертвая зона считается. Здесь уже, я так думаю, никогда уже люди не заселятся сюда. В крайнем случае, через 100 лет, это я уверен, что здесь никого не будет. Зона загрязненная. Андрей Антонович, а как далеко станция отсюда? А? Как далеко отсюда станция? Атомная. Километров 12. Озеро, оно на озере стоит. До реки оно не касается. Но течение с ее стороны сюда идет, да? Да, с ее стороны. Все правильно.
Я, Дима, здесь делаю здесь первичный анализ гамма-спектрометрия. А потом после химической обработки еще у нас один анализ здесь есть на америции. У нас здесь одна установка на америции. У нас здесь делается два анализа. Это первичный анализ. После этого проба идет на стронций и на плутоний. А здесь мы определяем первичную активность тех продуктов питания, там воздуха, выпадений, почвы. Все то, что нам приносит сюда на измерение. Вы уже давно здесь работаете? Да, я работаю здесь очень давно. Я работаю здесь с 80-го года. И все время в этом одном, вот в этом кабинете работаю все годы. Где вы жили? Жила я здесь, в Припяти, на улице Ленина, совсем недалеко. На работу ходила всегда пешком, а теперь меня на работу в это же здание привозят каждый день на автобусе и увозят на автобусе. А раньше вот здесь рядом школа, через школьный двор, я всегда выходила на работу и за 10 минут приходила на работу и думала, что я буду работать так всю жизнь, пока не уйду на пенсию. И, ну, получилось совершенно иначе. Получилось так, как есть. Что вы чувствуете, когда вы проезжаете в ваш бывший дом? Вы знаете, прошло уже так много лет. И я первые годы как-то ходила к нашему дому всегда с ребятами со своими, а потом они меня перестали брать, потому что, говорят, ты так переживаешь, и потом несколько дней я просто не находила себе места после того, как я побываю в квартире. И поэтому я последнее время, я туда к нашему дому даже не хожу, стараюсь туда не заходить, не видеть его. Очень переживаю, чисто психологически я, конечно, пережила больше, чем материально, и здоровье, мне кажется, у меня не стало, может быть, хуже. А вот именно чисто психологически очень тяжело было, и до сих пор тяжело. Вы знаете, я вот до сих пор не могу привыкнуть к этому слову «зона». Мне кажется, это та же Припять, которая и была раньше, то, что это зона. Но все здесь, ну, мертвое. Нет, и вот когда приезжают иногда люди, которые жили здесь, то тоже слово «зона», само по себе «зона», ну я даже не знаю, что-то все мертвое такое. Вот это зона. И когда также здесь дует ветер летом, если мы идем, несмотря на то, что мы долго работаем, мы стараемся закрыть лицо. Когда идет машина, там пылит машины, мы стараемся спрятаться куда-то. Несмотря на то, что мы и работаем в этой зоне, казалось бы, все 10 часов, но мы все равно ее боимся. Вот я вам могу сказать, что мы боимся зоны. Мы боимся, что мы на ногах что-то принесем. Вот я, например, ничего из той одежды, которую я ношу здесь, я ничего не вожу в Киев. Совершенно. То есть эта одежда у меня только, которую я ношу здесь, там, в Чернобыле. Я домой ничего не вожу в Киев. Я стараюсь совершенно. Ну, начиная от нижнего белья и кончая, вот все одежды, это вся как бы зонная одежда, она называется. То есть это не форма, но одежда в зоне. То есть мы стараемся все равно ничего отсюда туда не выносить. То есть все вот это зона. А как так объяснить? Вот так я не чувствую этой зоны. Я здесь работала до аварии. Я работаю после аварии. Я не знаю. Я не могу вам объяснить, что это такое зона. Это что-то очень плохое.
тоскую по родине, по родной стороне. Приехали, значит, домой, и вот живем. Ну, решили, понимаете, сколько нам Бог даст, столько мы и проживем. Да и для науки, наверное, будет. Потому что говорили уже когда-то американский профессор Гей, что 30-километровая зона поумирает через сколько? 7 лет. Через 7 лет. Но мы уже живем 10. Как 10? 12, да? Конечно. Вот, 12 лет. Ну вот, весь. Наверное, мы уже списанные, но мы живем. Да, живем. Все-таки я вам скажу, что здесь жизни нету, видите, мы живем, вот, никого нету, соседей нету, вот. Ну, власти к нам относятся неплохо, и милиция, и прокуратура, и все, и помогают. Вот. Спрашивают, вас никто не тревожит? Никто нас не тревожит. Если тревожит, вы звоните. Да, никто нас не тревожит, понимаете. С этой войной вот тоже дочка вышла замуж перед этим. Вот, только вышла замуж, забеременела. В 86-м да, году, 13 февраля. Да, врачи бегают, власти, надо сделать, значит, выбросить ребенка, потому что зараженный не надо ни государству, ни нам, родителям. Вот, видите, тоже никто не знает. Прервали эту беременность, все нарушили, да. Долго детей не было, внучков у нас, сколько мы пережили тоже. А потом говорят, не надо было этого делать. А это ж все надо было перенести, да. Ну, вот. Вы понимаете. И нету, ну, детей, Богу. Нету, хотя конечно, мы просим Бога, святого отца Николая просили, дай мне внучка. И получился семимесячный Алёшка. Семимесячник, но... Да такой умный мальчик, понимаете. Да, это уже во второй класс. А потом... Через 2,5 года... И Галинка. И внучку нам родила. Да. И ну, всё, слава Богу, Богу, нормально. Слава Богу. Бог помогает, я испытал это на себе. Как попроси, так и все. За 3 дня до аварии надо, чтобы я рассчитался. Ну, вы скажите, это... Это же тоже чудеса. Вот. А мои ребята поехали и погибли. Какое дело. Ну вот. Рубим и вырубаем, и рыбку ловим. Хозяйство. Вот. И грибов пошли набрали на сушение тоже. Да. О, надо и грибами угостить. Правильно. Это хорошая закуска. Да. Грибами. Ну, а грибы, конечно, они очень, понимаете, натягивают эту радиацию. Очень так, да. Ну, говорят обратно, если тонну скушать грибов, значит это, а если там... Значит, будет вредно. Да, что-то покажет. И врачи, понимаете, все берут, все. И молоко мы их угощаем, и рыбу. А чего, говорят, будете, а чего не кушать, говорят. Понимаете, сохранились бы дома, эту радиацию, может, пособирали, как бы это лучше, каждый возле своего дома. Каждый хозяин вычистил свой огород, там, дом. Все на свете своими руками. Все бы вычистили, и все было бы хорошо. А сейчас, ну что они? Вот пожгли, самые лучшие дома пожгли, понимаете? Вот, вот сейчас вот тепла начальник лесхоза у нас это был, начальник лесхоза, вы представляете? У него там домыло такое, взяли и сожгли. Остаются такие халупи. Бьют окна наружно, чтобы здесь люди не жили, чтобы это был полигон. Вот. Так, все, окончилась ваша работа, иди ту хату. Перед нами 3-4 блок Чернобыльской станции. По правую сторону 3-й блок.
который сегодня функционирует, запущен 14, после капитального ремонта, значит, 10-месячного, запущен 14 мая, сегодня работает в режиме номинальной мощности. И печально известный четвертый блок под черной крышей. Черная крыша – это тот объект укрытия, который вы видите сверху, сразу под трубой, рядом с трубой. Значит, это так называемое укрытие. Взорвался в основном четвертый блок именно вот в той географии, которую вы видите в черном виде. С левой стороны от трубы. С левой стороны от трубы. Значит, ну, мощность взрыва, я не могу сейчас вам точно сказать, какая была мощность взрыва, но могу только сказать, что шатер, весь железобетонное все ограждение было, так сказать, ну, нарушено, и все это было как во время бомбежки какой-то. Картина была страшная. Как-нибудь я вам покажу фотографию, отдельную фотографию, то, что еще сохранилось от этого. Вот. Поля радиационные, вот там, где мы стоим сегодня, определялись десятками и сотнями рентген, где мы стоим сегодня с вами. Очень высокие поля радиационные. Ну, а вблизи самого реактора вы можете себе представить. Вот. Мы находимся сейчас на работающем третьем блоке Чернобыльской атомной электростанции. Сейчас блок находится на полной мощности. С этого помещения, это называется помещение блочный щит управления блоком, значит, происходит управление. Вот с этого пульта конкретно управляется реактором, то есть при помощи ключей, приборов, происходит изменение мощности, разгружение, разгрузка блока. Вот. Аварийная защита, если происходит, то тоже все происходит на этом пульте. Значит, контроль тепловой мощности мы осуществляем на приборы, вот, которые находятся на том панели и которые находятся перед оператором прямо здесь. Вот. При помощи вот этих ключей он меняет тепловую мощность и меняет нагрузку тепловую, а стало быть, и электрическую на блоке. Значит, дальше пульт, второй пульт. Это центральный пульт, с которого происходит управление и обеспечение водой реактором, который, значит, охлаждает, данная вода охлаждает реактор, нагревается до температуры насыщения, образуется пар, после чего пар переходит на турбины и вращает паровую турбину и вырабатывает электроэнергию. То есть вот этот пульт, он является связующим звеном, который связывает реакторную установку, и дальше мы потом пройдем к турбинной установке. Значит, наша атомная станция выполнена в виде один ядерный реактор и две паровые турбины. Дубль блок. Ну вот. Значит, вот этот пульт, он объединяет эти два направления, реактора и турбины. Пройдемте вот до турбины. Это пульт, с которого происходит управление турбогенераторами. Два турбогенератора разделены условно вот желтыми, значит, этими полосами,
соответственно, левый и правый. Левый – это у нас турбогенератор номер 5, и справа – турбогенератор номер 6. В данный момент, как я уже сказал, оба турбогенератора на полной 100% мощности. Каждый из них вырабатывает по 500 мегаватт электрической мощности. Во-первых, я не только не боюсь, а я это делаю всеми своими силами, всеми своими знаниями, чтобы этого не произошло. То есть я эксплуатирую эту станцию, я являюсь одним из гарантируемых, гарантом, который не допустит этого. Я не позволю этого. Я ответственный за безопасность этого блока. Реакторную установку в том числе. Как же я могу бояться? Тогда мне не надо здесь работать. Да, большая, очень большая. Психологическая, моральная, очень большая. Перед общественностью, перед моей семьей, перед страной, перед всеми странами. Да, это очень большая нагрузка, очень большая ответственность. Мы это ощущаем. Особенно в то время, когда к нам вот такое пристальное внимание, в том числе и вот этой камеры. Мы здесь на трибуне здесь стоим. Это вот стадион здесь новый был. Стадион. Его года за два до аварии построили. Раньше был старый стадион. Там вот где вначале, как въезжаешь на мост, там внизу такой маленький-маленький стадион был. И в футбол играть негде было. А в футбол здесь любили играть. Между цехами играли все время. Реакторный там, с турбинным. И, в общем, соревнования были. И построили, когда этот стадион, конечно, радости всех не было предела. И где-то, наверное, за год или за два вот до аварии построили. Здесь вот было футбольное поле, и куда-то девались все эти здесь фонари, здесь было все очень хорошо освещено. И суббота-воскресенье здесь было народу, все места были заняты. Здесь все время в футбол играли, все время проходили какие-нибудь соревнования. Волейбол играли, баскетбольная площадка была, бассейн здесь вот рядом. В общем, народу было очень много. Вот вы спрашивали, чем в Припяти занимались. Как раз в Припяти спортом занимались все. На станции вообще все старались поддерживать форму. После смены всегда ходили сюда на стадион играть. Вот. Ну, а теперь здесь тишина. Никто не бегает. Бегали всегда здесь все, кто бегом занимался. Дорожки были всегда все заняты. Нет, здесь не было. 1 мая здесь уже никого не было. Здесь Припять эвакуировали 27 апреля. Очень быстро эвакуировали, так что 1 мая здесь не было никого. Даже мы уезжали последние, вот наша лаборатория, наш отдел, и уже никого не было, уже никто не жил здесь. Уже просто ходили по домам и смотрели, где кто остался. Если, потому что здесь несколько старух было, оставалось больных, которые не смогли эвакуироваться. А так уже никого не было, пустой был город. Здесь уже никого не было. На ликвидацию, вы знаете, приехали со всего Союза. Здесь люди были. Очень много, со всех. И вот как раз с этим, как я считаю, это тоже неправильно. Сюда согнали столько людей, так много, которые здесь совсем были не нужны. То есть люди совершенно бесполезно облучились. Вот в эти первые два месяца.
Здесь было много таких людей, которые тут совершенно были не нужны для ликвидации. Тут нужно было определенное количество людей, профессионалы только. Потому что профессионалы и лучше радиацию переносят, они знают, что можно, что нельзя. А вот это я в открытую скажу. А сюда пригнали прямо столько людей, которые в этом ничего не понимали, и которые именно облучились вот в эти первые дни, потому что они не знали, что делать, и что можно делать, и чего нельзя. Вот, а приехали, конечно, все, вы знаете, этот русский энтузиазм, когда клич все на ликвидацию, все сразу бросились, конечно. А что с ними сейчас? Я так думаю, что никто этого не знает, что с ним сейчас. Я уверена, что очень многие люди умерли. Умерли именно от этого, хотя диагноз у них был поставлен и другой. Особенно молодых парней, вот этих солдат, которые тогда здесь работали. Я нисколько не сомневаюсь, что многие из них уже умерли. Потому что мальчишки, которые совершенно не знали, что можно, что нельзя, которые сидели на земле, которые пили воду, которые ходили раздетые в это время, когда было такое бета-излучение, они этого не знали. Я думаю, что многие из этих ребят погибли уже сейчас, потому что прошло 12 лет. Потому что дозы они получили большие. Они облучились гораздо больше, чем мы, вот профессионалы. Потому что мы знаем, что можно делать, чего нельзя. Они не знали ничего. Они собирали этот графит голыми руками. Пусть меня за это посадят в тюрьму, за то, что я сказала сейчас. Пусть посадят. Они наступали ногами на этот графит. Они сидели на нем. Они собирали его руками. Это несчастные дети, это наши сыновья. Вот эти несчастные мальчишки, которых, правда, у кого-то потом ума хватило, их перестали больше присылать, когда уже половину их сгубили. И кто это делал, и кто их сюда посылал, мне это неведомо, я этого не знаю. И если я так считаю, что это самая позорная страница вот этой чернобыльской трагедии, самая позорная, если все остальное люди делали по незнанию, то это, кто их посылал сюда, это знали. И можно было предвидеть, что с ними будет. Зона? Мои понятия. Ну, зона, я знаю. Ну, сейчас же называют зону отчуждения. Я думаю, если бы, например, радиации такой не было, а вот даже не зарубило бы 30 километров зоны. Я же вам же сказал, есть местами, не везде же оно равномерно пошло. Куда ветер, туда же радиация. Ну, если примером взять, бывает, что дождь тут идет, а там, например, нет, ну, километров 3-4. То же самое и радиация пошла. Вот так. Леня, иди сюда. Найда, фу. Найда, иди сюда. Найда, не чипай, иди сюда. Есть какие-то особые меры безопасности? А я же есть. От радиации имеете в виду? Ну я же вам все равно рассказываю, что при желании там у нас стойка. Ну где
проверяется. Можно зайти, проверить. Если грязно, значит, одежду постирал, снова проверил. И все. Еще же. Когда я устраивался, там был инженер техника безопасности. Он рассказывал, как умываться после работы. У нас душевые есть, все как положено. Прошел сначала холодной водичкой, а потом уже теплой. А я же есть техника безопасности. Требовали. У нас инструктаж проходит, и главный инженер там рассказывает, что до чего. Добрый день. Значит, я мастер этой площадки от стройтехники Рассоха. Так название нашей площадки. Старшим здесь нахожусь. Если вас что интересует, пройдемте. Покажу вам, что за площадка. Площадка, значит, когда организовали ее в 87 году. Это после того, как закончили дезактивацию Чернобыля, Припяти. Ну и всю технику определили сюда. На отстой. В дальнейшем еще, значит, судьба этой техники была такая предрешена. Чтобы постояла она. И, ну, построили заводик «Вектор». И чтобы провести дезактивацию этой техники. Техника есть и, ну, сильно зараженная. Есть частично зараженные. Ну, значит, частично зараженные, так мы сами на свои нужды для эксплуатации внутри зоны используем. Разбираем, какую частично целиком используем. Но в основном ждем, пока построят завод «Вектор», чтобы потом провести дезактивацию. Пройдемте дальше. Также вертолет у нас находится на площадке, тоже который с самых первых дней, который загружали глину, песок, мешки и закидывали реактор. Ну и все здесь на площадке у нас находятся. Также есть военная техника с наших войск, с химзащиты, как говорят, радиационной защиты. Это военная техника. Ну, это тоже частично зараженная есть, частично чистая. Ну, она нигде больше не используется, только как в войсках. Так что она вся здесь стоит. Вообще единица здесь на площадке. 1600 единиц находится. Меня еще интересует, как вы инструируете своих рабочих? Инструктируем? Ну так, без дозиметриста, значит, работу никакую не начинаем. Переодевается, естественно, есть транспортная одежда и рабочая одежда. Переодевается в рабочую одежду, дозиметрист промеряет и снимаем уже нужный узел или агрегат. Вот, ну, боже, какие. Вся защита у нас только спецодежда. Больше никаких нет. Это хватает? Да, вполне хватает. Ну, конечно же, пользоваться этим. Пыль там или что-то такое, лепестки или респиратор. А так, ну, стараемся в основном, чтобы до зараженной техники
не подходить, потому что мы уже тут за 12 лет изучили уже все. Вообще имеет смысл охранять эту технику? Да, смысл, конечно, есть охранять ее. Потому что у нас здесь конец зоны самый. 2 километра уже и совхозы, колхозы, которые, ну, естественно, тоже нуждаются в запчастях они. И нелегальным путем проникают сюда. Вот. Ну, были случаи, что и задерживали, короче. Задерживали, останавливали, наказывают их. Ну, у нас такой народ, что он уже, ну, как это, радиация, она не пахнет, ее не пощупать, ни на язык, ни на зуб. И не знают, что она такое. Не сведущие в этих делах. И поэтому лезут через забор, через колючку. Снимают, что им надо. Долго задерживаться возле вертолетов и здесь вот возле техники, ну, нежелательно задерживаться, потому что сильно, ну, как у нас говорят, фонят, зараженные сильно, так что идем. Алло! Да! Там весь скот стоял у тих оборах. Коровы дойные. Бугаи над корми стояли. Поехали сидят. Но! А ну! Я ничего не чувствую, что разъясняю. Продукты красные здесь? Чистые. Откуда знаете? А проверяют. Что? А приезжаю, амбулатория приезжает, сюда доберусь нашу продукцию. Так хорошая. Картошка ему всем так хорошая, чисто. Свинья бьем, сало хорошее, чистое. Все. Уже дикие у ночи бьются, это охотники, да, едят это свое, что есть зерно, да, картофель, да, где граз, да. Ну, это во, живут. И вот там вот живет в хате женщина. Звика нема никого, повъезжали на птич. Ну это же ты, а ты то моя сестра жила. Так на птич заехала, так уже умирает. Я то ездил на свадьбу, там другая сестра тоже. Так кажу, только поехала в чистую зону, да чего ты стогнешь.
А як он на місці жив, так мені нічого не давай. Посміяйся, плаче. Каже, давай, чоловіче, поїдемо назад. Ага, попробуй заїхати за тобі. То ти йди, так чотири машини, а тепер попробуй ти взяти приїхати. Ну, це теж чоловік живе. А баба, у бабу з головою щось так. Що попало робить. Ну, і матка так зарані, щось з головою. Ну, от це от так. Ми об'їхали, все. От. Поїдемо от, де ті ящикавухи. Ну. А ну! Нема де? Прошлого дні, каже, багато. Багато я роздала, і ще коробок дріє. На той год хватить. Вам кажеться, що хтось о вас заботиться? Ні. Якби заботились, то вже виселили, я думаю, цих людей. Якби за нас заботились, яка забота? Нас скинули на произвол судьбі. Взагалі за людей, мабуть, не вважають. Думаю, що ми які алкоголіки тут осталися, ну є ж нормальні люди. І такі є, ну є ж нормальні люди, що не можуть виїхати. Я чого я не можу виїхати? У мене ж Польща є. Ждіть. Виїдете всі, ждемо же. Всі ж разом не виїдемо, ну вже ж пора виселяти. Або создавайте умови, населяйте людей знову, так і живуть. Щоб я одна не сиділа тут. Все. Проведіть газ мені, давайте телефон мені, давайте, щоб я жила так, як я раніше жила. Чого все позабирали, усе розграбили і розтягли, і нема ніде нічого. А як тепер жити? Тепер невозможно жити уже. Вони теж перестали змірятися, радіацію. Та я не бачила нікого, щоб тут замирав тут радіацію. Самоліт летав, казали, що вибросив. У нас вовсіх вон повішав зараз. В настоящее время. И самолет летал. Один день, так, разу в пять пролетывал над замостем тут у нас. И говорю, что он повешен. А кто? Никто ничего. Кто там мирает? Никто не мирает, никто не... Не знает. Мы ничего не знаем. Сколько лет вы ждете выселения? Ну, скільки почалось выселение? Уже 6 років у мене лежить заява на Петрівське. 6 років лежить заява, жду, так? І на Барічуку я, мабуть, году 3 у мене лежало, чи 2,5 заява. Я зразу, з самого початку я подала, тому що у мене менша дочка була ще до 12 років було всього, як зарвалося. Саме вона в такому возрасті була, що формувався організм, все, і все. Погано було тоді, наче. І взагалі зразу було, як зарвалося, зразу важко і дихати було, все. А тоді поступово, наче, привіклося і... Одинаково, наче везде одинаково. Ну, може, ми не розуміємо, може, ми не знаємо, я хто його знає. Раніше приїжджали лабораторії до нас і замирали, і радіацію, і все, і провірали нас, і провірки. А зараз взагалі нічого нема. Що тут осталось? 100 душ, 100 сімей, може, осталось на Поліські, бо ж. Чи моста немає, я точно там і не знаю скільки. Ну, таке десь, ми сімей 80, може, буде отаке. В таких пределах. Связи немає, позвонити не можна нікуди. Ходиш неділю, поки дозвонишся, чи додзвонишся, чи не дозвонишся. То дев'ятка не робить у їх, не набирається, то взагалі неісправний телефон. Ніде нема, а не дай Бог якогось гора заболієш, то я не знаю, як добратися до тієї скорої. А нас до скорої це кілометрів 5 буде до больниці. Ну, отак. Можеш умерти, поки знайдеш, откуда позвонить де. Чи до скорої доїхати. Бери велосипед і їдь або бежи бігом. Така обстановка. Живемо одним днем. Надіємося на Бога. Переночував – хорошо. Кожен день якісь ходять люди, якісь злодюги, чи хто його знає. Кожен день якась людина є, не знаю, що воно і що воно.
І от хати не оставиш, і не пойдеш із хати. Одної хати не оставиш. Як остав, так уже, дивися, уже хтось ходить. По кражі великі, по поліському кругом, по кражі, і вбивства, і все. Людям страшно жити, страшно. І ніхто нічого не думає про нас. Тільки ми так говоримо, що ми нікому не треба, і оставили нас на произвол судьбі всіх, і все. Дух не видяще, и рече им, что смущение с тем, и под что помышление входит в сердца ваша. Видите руки мои, ноги мои, яко сам один. Отяжите меня и видите, яко дух плоти и кости не имать, яко же меня видите и мужа. Господь, славите, во имя Отца и во имя Отца, во имя Отца. Во имя Отца. Во имя Отца. Во имя Отца. Во имя Отца и Сына. Я считаю, что люди здесь совсем не должны жить. И вот, наверное, в связи с тем, что такое положение у нас на Украине, так поэтому уже никто не настаивает на выселении этих людей. Живут они, наверное, и будут жить, потому что вообще за это уже никто не говорит, чтобы их выселить, этих людей. А зона это опасно, это и было, и будет, потому что я считаю, что там неспокойно, хотя нас и не очень-то информируют и сейчас, и сегодня, даже нас, как медиков, не очень-то мы знаем ситуацию, но я считаю, что это опасно. Почему вас не информируют? Вот не информируют и не информируют. Никто не говорит, что кто тому. Ну, говорят, что грибы нельзя есть, там, туда нельзя в лес ходить. Не... Вот так информируют, а больше никакой у нас информации. Вот на сегодняшний день, например, да и не только на сегодняшний день, мы не знаем ни что в воздухе, ни что в воде у нас, ничего мы не знаем. Хотя в зоне находятся вот такие научные центры. Хотя и научные центры. Вот, например, я пью с этого колодца воду. Какая здесь вода? Я не знаю, какая здесь картошка, это же люди едят тоже. Ну,
Никто ничего не знает. Но опасно, конечно, опасно. Даже и дышать опасно, я считаю. Но что делать? Давление на высоте. Давайте я вам сердце послухаю. Разливаться. Расстегните, поднимите свою. Встать можем. Подойди тоже. Угу. Я всю ночь не спала. Mm-hmm. Ночь не спала всю ночь. О. Куди видно, лупить и все. Сідайте, нога яка болить. Оця болить нога, я вже її тут позамадувала. Ну, у колені. Покажіть. Щоб ногу покажіть. Ви компрес лежали туди? Компрес лежали. З чого? А з чого ж я буду лежати? З водки лежу, да настоюю. Оце така... Сідайте, пожалуйста. Така нога. Оце чуди наче хто ванку мені заганяв. А це що це таке? А то і відходить, а деякі синяки знову відходять. Такі. Ага, це сіхвен. А тут? О, ой. Молодці. Отут сильно болить. Отут дуже. А цей сустав? А цей ні. Цей ні, цей не болить. Цей ні. Ніколи не болить. Цей оце ця тільки так. Оця болить сильно нога. Що там і мій болить, що там болить. Пойдем. А треба жити, треба робити. Його жити. Ключу. Руку дышит. Это пёс тестостолобик. Обитатель водоема-охладителя Чернобыльской атомной станции. Этой рыбе 12 лет, масса ее 25 килограмм. Она пережила здесь аварию и в настоящее время живет и в условиях станции водоема-охладителя. Мы занимаемся изучением радиационных процессов, которые происходят в водоеме, миграцию радионуклидов и влияние их на живые организмы. В настоящее время наш научный центр изучает вопросы репродуктивной системы, как влияют уровни радиационного накопления на воспроизводство их фауны, на воспроизводство других водных объектов. Это рыба грязная? Да, это рыба грязная. Ее уровень радиоактивного загрязнения составляет 1500 бекерелей на килограмм веса. Но эта рыба одна из самых чистых в условиях водоема. Рыба эта мирная.
Поэтому у нее короткая пищевая цепочка, и уровень накопления ее относительно низкий. Другие же рыбы, которые обитают в водоеме, хищники, имеют более высокие уровни накопления, до 20 тысяч бекерелей за килограмм веса. Особенно грязные это сомы, силурусы, щука, судак, окунь. Что это как раз значит для человека? Ну, для человека загрязненность – это поступление радиоактивных элементов внутрь с пищевой цепочкой. Рыба – это объект питания. Поэтому, потребляя загрязненную рыбу, человек приносит в себе радиоактивные элементы, которые ему неестественны. И, соответственно, отравляет себя и организм. Скажите, нельзя. Эту рыбу кушать нельзя. Четвертого блока. Но скомпоновка нашего здания такова, что помещения эти, они предназначены были как для четвертого блока, так и для третьего блока. Поэтому как таковой видимой стены, как я вам показывал в машинном зале, здесь нету. Хотя вот за этой стеной практически уже начинается четвертый блок. Оборудование четвертого блока, помещение. Здравствуйте. Столько народу. Здравствуйте. Это телевидение, никого не пугайтесь. Это местное? Телевидение не пресса, это просто фильм. Вот здесь находятся операторы, которые обслуживают сердце нашего ядерного реактора. Сердце находится дальше. Давай, я нужен. Нет, нет. Самое интересное место на всей станции с точки зрения в этом помещении, в центральном зале, происходит основное, значит, замена топлива, перегрузки, значит, при останове ремонт реактора. То есть у нас при всем том, что реактор вроде бы достаточно опасная и, значит, недоступная установка, тем не менее мы в нем ремонтируем, меняем технологические каналы, вот, меняем обоймы. То есть у нас есть свои проблемы, которые решаются. Решаются они, как правило, вот в этом зале. Это верх реактора. Значит, через этот верх реактора при помощи вот этой чудо-машины РЗМ, разгрузочная, загрузочная машина, она производит перегрузку. Вот.
она может аварийно, в случае произойдет какая-то аварийная ситуация, ликвидировать ее, это закрыть, например, свечистую. На балконе, на противоположном, вот если вы видите, вот там висят свежее топливо. Значит, свежее топливо подготавливается для загрузки в реактор. Выгружается, отработано, загружается. Как у нас дела? Все нормально здесь? По загрязнению нормально, мы сейчас будем уходить. Кушаем мы, значит, за счет предприятия, то есть Чернобыльская атомная станция вот такими вот талонами вот, рассчитывается с нами за продукты питания. То есть мы деньги, гривны не платим. То есть поскольку мы работаем в особо вредных условиях труда, нам положено профилактическое питание. Вот это, будем говорить, все обеденный этот перерыв, то есть обед, он подразумевает как бы лечение. То есть отчасти это профилактический обед. Вот. Так, будьте добры, мне что-нибудь тогда... Что у нас тут такое есть? Не, первое я не буду, мне что-нибудь... Ну, такое, что жевать надо поменьше. Бифштекс какой-нибудь, да? Ну, давайте бифштекс. Он там более-менее вот этот, без гарнира. Ага. Он не очень там. Салат, винегрет мне, пожалуйста. Нет, а вот капусты нет, вот это только такая. О, нет, давайте лучше молоко. А, так, попить. Попить, ну, давайте сок, томатный сок. Ага. Томатный сок. Зарплату еще не получили. Ну вот нас предприятие кормит. С голода мы не умрем. Поскольку кушаем мы не за деньги. Как я вам показывал. Может быть, нужно было снять этот ну, талон крупным, да? Ну, хорошо. Я покушу, потом мы снимем, хорошо? Но у нас еще на блочном щите, но это только на блочном щите, разрешается пить чай, кофе. Ну, в общем-то, конечно, люблю. Хотя я в это смысл вкладываю другой. Любить надо работу ту, которая тебе удовлетворяет во всех отношениях. Ну, это, во-первых, доставляет удовольствие выполнение операции. Это мне работа доставляет удовольствие. Второе, что эта работа действительно призванию, то есть я о ней мечтал с детства и прочее. К сожалению, я в энергетике не по призванию. Вот. И третье, что немаловажно, эта работа обеспечивает семью, обеспечивает конкретно того, кто работает. Вот, к сожалению, этого самого главного нету. Моя работа меня не до конца обеспечивает. То есть мне не хватает, будем говорить, конечного результата в финансовых отношениях. Не хватает. Во многом не хватает.
бытом и так далее, и так далее. То есть вот это основной фактор, он, кстати, заложен в культуру безопасной эксплуатации станции, то есть именно заработная плата. Я уже как-то вам уже об этом говорил. Оно, к сожалению, хромает, ее недостаточно. Вот здесь я могу сказать, что я недоволен. Недоволен конкретно вот именно этим фактом, заработной платой. Как тоже адаптировался за 6 лет в зоне. Уже привык, как говорится. Мы ее не видим, эту радиацию. Действительно так, конечно, она что-то дает. 6 лет. Радиация есть. Она свою возьмет потом. Когда будут проходить, будут свое брать. Что это радиация? Радиация есть. Бета, альфа, гамма. Излучение. Излучение попадает в организм. Самое хуже это альфа. Она лучевая. Да, оно все потихоньку набирается. За эти годы набралось. Ну что, работать надо, семью кормить надо. Сейчас в Припяти, вот там далеко, здесь трубу не видно, там сама станция. А вот этот город, который был при Чернобыльской атомной станции. То есть в основном вот тот город, который пострадал и который выселили, где жили те люди, которые работали на станции. И теперь в этот город, конечно, просто так попасть невозможно. Хотя какими-то путями люди сюда попадают. Ну а мы, когда едем в этот город, мы проходим через этот контрольный пропускной пункт, который пропускают только людей, которые здесь работают. То есть здесь вот в Припяти осталось еще 2 или 3 организации, и поэтому сюда еще можно попасть. То есть практически, кроме вот Радека и еще там 2-3 организаций, отсюда все, то здесь нет ничего, здесь вообще никакой, здесь ни общежития нет, ни жизни никакой, ничего. Здесь никто не живет. Сюда в Припять привозят на автобусе, люди на работу выходят, и по Припяти здесь никогда никто не ходит. То есть это все, это не живой город, это город мертвый. Здесь никого нет. Это просто вот, ну вот вы видите, нигде никакого ни одного ни человека, даже птиц нет здесь. Вот первые годы здесь были птицы, сейчас птиц здесь практически нет. Первые годы были мыши, столько мышей было. Сейчас даже мышей нет.
здесь. Вот это совершенно, совершенно пустой город, полностью разрушенный. Это вот все, что стало из того маленького красивого города, который был при Чернобыльской станции. Больше здесь ничего нет. До какой степени опасно здесь находиться? Конечно, здесь не опасно находиться, пройти по городу, там в течение часа прогуляться во влажную погоду. В летом, в солнечную погоду, и когда есть ветер, конечно, здесь гулять вообще не рекомендуется, потому что несет песок, и почва здесь совершенно грязная. И я не буду говорить об этих уровнях, это специалисты знают, и там это ни к чему знать. Но находиться здесь опасно. Вот даже я сижу на этой скамейке, я не знаю, чистая она или нет. В принципе, мне вот эту одежду, которую я сейчас нахожусь, мне ее нужно или постирать, как, и дезактивировать каким-то раствором. Вот мы сейчас идем, касаемся этих перил. Они за 12 лет, хотя вот этот район стадиона, он пострадал меньше всех. Он из всей Припяти самый чистый, вот этот район. А вот первый микрорайон, второй микрорайон, там вообще находиться, туда вообще ходить не рекомендуется. Вот в помещениях, конечно, там, где мы работаем, в помещениях, там в то время, когда мы въезжали, дезактивировали, ну и сейчас уборка все время идет. Но я не могу сказать, что там совершенно не вредно. Конечно, там все равно, там мы делаем эти пробы активные, все равно от них все время какая-то активность есть. Жить здесь, конечно, нельзя. Это, и нельзя будет еще больше 100 лет. Нельзя будет жить. Еще пройдет и 100 лет, и 150, и никогда никто здесь жить уже не будет. А туда, куда я вас хотела провести, теперь провести нельзя. Видите, тут все раскопали. Думаете, здесь вот ограды были, это все украли. Это все растащили, вот эту грязь все увезли, между прочим. Вот это школа, это школьный двор.
знаете, насколько проще было вам рассказывать вот там, чем вот сейчас все это видеть. Это вот эта школа, представляете? Вот тут дети у меня учились. Вот в этой школе. Между прочим, когда я опаздывала на работу, вот раньше, мы за 4 минуты вот эту дорогу пролетали. Быстро! Моментально школа, раз, все, и на работе. Боже, мне так, я всегда считала, что мне так повезло. Я работала в городе вроде бы, и на станции все равно. Представляете, вот это было такое везение. Ну, кто это думал, что такое вот случится? Вам не показалось, что я вас долго веду? Нет? Вот смотрите, это все помню. А яблоки эти, это дети, это все выросли уже после аварии. Это не было яблок этих здесь. Это они наклеились. Даже где окно выбили. Все время были окна не выбиты. Это уже вот, наверное, вот последний. Я в прошлом году была, еще окно целое было. Вон на 4-м этаже. Вот там. Ну, мы же туда зайти не можем. Нельзя? Нет. Не можем? Наверное, нет. Я думаю, что нет, потому что здесь же все... Можно? Попробуем. Да? Было. Не знаю, мы сами полы здесь мыли. Тут вообще была всегда такая чистота была. Почему нужно было все так разбить? Почему? Боже, 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 боже. Ой, боже, кому это нужно было, а? Я ничего не могу сказать.
Жилина, Женечки, это младшего сына. Все куда-то подевалось. Тут мебель стояла, письменный стол у них такой был хороший. Ну это же очень-очень грязно. Все окна открыты. Здесь окно открыто. Боже, все выцвело. Привет. Значит, нас называют самосёлы. Нам не разрешают жить, но мы сами. Власти нам не это. А сейчас они уже соглашаются с нами. Живите уже. А как для вас зимой жить? Нормально. Мы же все время знаем, что такое зима, что такое весна, лето, осень. Все мы знаем. Мы же коренные здесь. Родились и до этих пор, ну, просто немножко пожили. Тракторки, машина едет.
из наших измерений, значит, мы стараемся, как говорится, свести до минимума отрицательное влияние Чернобыльской аварии на окружающую среду. Кроме этой реки, у нас есть работы, в принципе, такие же измерения по другим водным объектам Чернобыльской зоны отчуждения. И они дают результаты, в частности, планируются водоохранные мероприятия. Ну, например, попросту говоря, отсыпаются наиболее загрязненные участки местности, отсыпаются дамбами с использованием фильтрующих материалов, там, поглощающих радионуклиды. И, то есть все идет. Цель этих работ одна – уменьшить поступление радионуклидов в реку Днепр с этой загрязненной территории. Но это не успешно. Ну, может быть, не так, как хотелось, но в принципе, да. Поступление загрязненных веществ уменьшается. За 65. Кто звонит, Андрей? Все. Не это. Звонит. Пропало. Мы работаем. Так. Может, Лариска? Так. Промысел взял? А? Взял коробку. Ты маленький остаешься. На охране остаешься. Да. Олечка, меньше шансов. Яка сьогодні хороша погода, да? І на мороз, і тепло. Слава Богу. Наша река. Наша река. Здесь мы прошло наше детство. Возле, да. Здесь мы прожили свою жизнь, считайте. Ночью называется она Припять, потому что в нее упадает 5 рек. И называя слово Припять, 5 рек. И упадает вот 30 километров ниже Днепра. Старое время. Жизнь меняется. И река тоже меняется. Все меняется. А раньше она была совсем другая. В
Была мы в нем водная, но была чистая вода. Люди брали только на самоваре, на чай. Вода такая ж была, что в ней не было соли. И люди жили, доживали до большой старости. По 100 лет, по 90. Так. Вот, набирай воду, набирай воду, Олечка. Вот. Ну, а наша Припять тоже была красавица. Она сейчас для она нас и зараз хорошая для нас. Мы ее не забываем. Не забыли? Не забыли, да. Не забываем свои мимерды. Да, здесь мы родились в этой реке и хотим и поумирать здесь. Много дров, леса сейчас за это время развелось. Вот наросло. Видите, заросли наросло. Какие. Вот где были колхозы, чистили, много сена. Сейчас все вот это зарастает. Вот это дерево. Кустарник. Кустарник вот это зарастает, что тайга. Только посмотришь на реку, так одна смуга воды. А то вот если посмотреть самолета, все заросшее. Все заросшее. То были колхозные земли, а сейчас оно все позарастало. Много зверей. Много зверей, дикого кабана, очень много волков. Вот. Много волков. Лоси, дикие лоси, козуни. Да. Считается заповедник. Вот. Дикого кабана. Ну, мы выращиваем свои. Свои выращиваем. Дикие дикими, а свиские свиские. Да. Одних качок, диких качок миллионы. Вот только развелось этих диких качок вот этих. Очень много, да, очень много лет. Которые сейчас зимуют около реактора. Около реактора, а реакторы вода. Охладители там. Вода вот сейчас холодно. А там не замерзает. А там не замерзает. Они все там. Они там спасаются. Вот, теплая вода. А сейчас мы берем ведра, вот набрали водички, вот, вот, и дедушка, как всегда, раненько встает и носит водичку, да, коту своим, коровкам, вот, все вот это вот, так и живем. А вот на берегах Припяти, значит, дровами, вот, много лозы, такое топливо пошли, хорошее. Пошли. Хорошее топливо. Пошли, пошли. Да. Der Regisseur dieses Films, Nikolaus Geierhalter, spricht im Anschluss über seine Art, dokumentarisch zu arbeiten. Gleich, hier in Dreisat.